Автомобильные мошенничества, сомнительные автосалоны нашли новый способ выманивания денег у населения. Обманутые клиентам штурмом берут автосалон. Здрасте. А вы зачем закрываетесь? Я приехал в экспертизу, она битая машина. Лобовое стекло заменено. Лада X-Ray стоимостью 1 031 000 рублей. С какой переплатой? С переплатой 1,5 миллиона. Вы обманом заставили подписать согласие на покупку автомобиля. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.